Радиокомпас – это устройство, применяемое в основном в авиации для радионавигации. В отличие от магнитного компаса, он указывает направление не на магнитное поле Земли, а на наземные передающие радиостанции – радиомаяки. То есть является радиопеленгатором. Это приемно-индикаторное устройство, имеющее в своей конструкции две антенны – направленную, рамочную и ненаправленную штыревую. Характеристика ее направленности является окружностью. Сила приема для такой антенны не зависит от направления приходящего сигнала. Для рамки сила приема будет максимальна при совпадении ее плоскости с направлением на сигнал. И минимальна, если плоскость будет перпендикулярна этому направлению. При обратном от сигнала направлении сигнал будет перевернут по фазе. Устройство производит автоматическое сложение сигналов в пеленгуемой радиостанции, принятых на обе антенны. Происходит коммутация сигнала с рамки с частотой опорного генератора, в результате чего напряжение на входе приемника оказывается промодулированным по амплитуде. Путем сравнения напряжений на выходах приемника и опорного генератора вырабатывается сигнал ошибки, поступающий в следящую систему. Она автоматически поворачивает рамку в положение минимума сигнала с рамки. Это направление совпадает с направлением на пеленгуемую радиостанцию. Она передается на стрелочный индикатор. Собственно, прибор, который показывает летчику угол между продольной осью самолета и направлением на радиостанцию. То есть для него работа с устройством заключается в первоначальной настройке приемника на частоту пеленгуемой радиостанции и контроля стрелок прибора, которые будут указывать курс на нее. Рабочий диапазон частот авиационных радиокомпасов, как правило, находится в пределах 150-1800 кГц. Это так называемые средневолновые радиокомпасы. Дальность действия зависит от высоты полета и мощности радиостанции. Часто составляет 500-1500 км. УКВ радиокомпасы с частотами около 100 МГц используются в спасательных работах и указывают направление на аварийный маяк. С помощью автоматического радиокомпаса, независимо от состояния погоды и видимости, можно точно выводить самолет на радиостанцию, выполнять вывод летательного аппарата в район аэродрома и заход на посадку в сложных метеоусловиях. На современных летательных аппаратах радиокомплекс компас является одним из радионавигационных приборов, а на простых легких самолетах является основным средством, обеспечивающим самолетовождение.